Учебный год в Чебоксарах стартовал с открытия инновационной школы. В столичном микрорайоне Волжский-3 начал работу новый корпус 5-й гимназии. Об уроках в современной цифровой среде и умных пространствах мой коллега Дмитрий Ковалев. Громче встречайте 1-Б, классный руководитель Белова Олеся Владимировна. Их встречают, словно звезд на кинофестивале. Только красной ковровой дорожки не хватает. Первоклассников осыпают бурными овациями. 4-й Н, 3-й О, 2-й К, 1-й С. Чтобы найти свой класс, ребятам нужно было еще постараться. Собрать в одном месте всех принятых в новую школу учеников – настоящая проблема. Решение нашли. В День знаний здесь провели сразу две праздничные линейки. В наших руках ключ к счастью, но счастье люди создают сами. И мы не просто сегодня зайдем в школу, мы зайдем в школу, которую построили вместе. Вместе мы мечтали. Счастье, Михаил Васильевич, зависит и от очень грамотной стратегической политики. Новый корпус гимназии номер 5 возвели за 1,5 года. Рекордные сроки для масштабного проекта, который должен решить проблему загруженности школ. Многие ребята, проживающие в этом микрорайоне, обучались во 2-ю смену. Здесь создали более 1000 мест. В первые классы приняли сразу 300 учеников. Вы идете в школу с радостью или как? Учиться хотите? Здесь будут изучать углубленно науку. Для этого в школе оборудовали современные лаборатории. Глава региона отметил, что гимназии необходимо выстраивать тесную связь с местными вузами. Они, студенты, могут работать, и ученики могут работать. Они, потому что университет получает напрямую от работодателя заказ. Да. Мы можем от работодателя тоже. Они не каждую школу, нет, они каждую школу не могут. Им нужно, потому что уже студенты. А исходя из этого, вы уже как в том числе можете участвовать. В каждом классе интерактивные панели. Любой урок связаться с МКС, с интернетом. То есть можно все посмотреть, пожалуйста. Интерактивные панели. Я смотрю, прям практически в каждом классе. Швейные и токарные цеха. И даже медиа-студия школы. Ребятам уже под силу снять документальное кино. Ваш продукт труда где здесь? Здесь? Вот это один из наших последних проектов. Мы сняли это как раз их к открытию и посвятили нашему проекту. Вашей творческой работе. Успехов Михаил Игнатьев пожелал и футбольной команде гимназии. Ребята уже начали тренироваться на новой спортивной площадке. Рядом возвели оздоровительный комплекс с бассейнами и танцевальными залами. Ученики готовятся к ежегодному балу. Глава республики отметил, что в рамках национального проекта в регионе будут развивать доступную образовательную среду. Мы в реальности убедились в том, одну школу за второй. Кроме этого, мы должны капитально отремонтировать те школы, где еще руки не дошли. Поэтому 71 общеобразовательную школу мы капитально будем отремонтировать. Мы утверждаем свои государственные программы и выполняем. И уже на следующий год намечено открытие школы в микрорайоне Новый Город. Ребят, обучающихся во 2-ю смену, в столице региона станет еще меньше. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика.